Работников прокуратуры поздравили с профессиональным праздником. Награды от имени президента страны и главы республики вручили на торжественном собрании в Якутске. Сегодня в аппарате прокуратуры Якутии служат 298 сотрудников. В поле их зрения находятся в том числе вопросы соблюдения законодательства о гарантиях социально уязвимой категории населения на медицинское, лекарственное, также жилищное обеспечение. Защита прав граждан на своевременное получение заработной платы, доступное образование, благоприятная природная среда также входит в перечень работы. Права, интересы человека и гражданина, интересов государства и общества. И руководство республики поддерживает вас в этом. Я, как человек, немало лет отдавший, прослуживший в органах прокуратуры, с уверенностью могу сказать, что вы выполняете бескорыстный и честный труд, и который так необходим и важен для стабильного и прогрессивного развития республики и России.